Приветствую всех, это Готика 2, Ночь Ворона, и мы с вами продолжаем охотиться на драконов. В прошлой серии мы уже покончили с болотным драконом, и сейчас следующий на очереди дракон. Это каменный дракон. Вот, собственно говоря, самая юго-восточная часть Мининталя, да, вот та башенка, как вы видите. Вот именно туда нам сейчас надо идти. Плюс ко всему, сейчас я на орках и попробую наш... Тяжелый рудный боевой клинок орков. Ох, урон 160, блин, как я обожаю его. Да, скорее всего, это и будет нашим финальным оружием. Хотя, в принципе, вот я говорю, еще потом, ближе к концу игры, мы у Беннета сможем иметь возможность изучить еще один рудный меч, который какой-то там смерть дракона, он что ли называется, я точно не помню. По-моему, только он еще круче будет. Так, и видимо наших друганов тут. Блин, сразу все сагрились. На какой-нибудь камешек, что ли, вступить. Нормально, они вот раз сосредоточились теперь, не знают, как сюда войти, шикарно. Ну отлично же, да? Давай, давай, подходи, сражайся, как мужик, как настоящий орк. Отлично. Так, ну и с тобой сейчас еще осталось закончить. И, в принципе, путь к каменному дракону тогда будет свободен. Так, берем все, что плохо лежит. Да, и сколько я тут не ходил по рудной долине, что-то ни одного пока что... Драконьего корня я так и не увидел. Там ничего нет. Вот это очень печально. Я надеялся, сейчас хоть там эликсирчик сделаю какой-нибудь, приготовлю еще один. Да вот нет. Щавели у нас царских довольно-таки много, а вот, блин, драконьих корней, что-то я еще ни одного в Минентале не видел. Хотя я помню, что в оригинальной второй готике они тут были. Тут даже более того, насколько я помню, здесь даже были эликсиры силы раскиданы. Да, то есть нам не просто Орик давал, да, эликсир зелья, но мы еще зелья находили по самому миру игры здесь. Но в Ночи Ворона, скорее всего, это убрали. А сейчас, перед тем, как мы пойдем наверх к каменному дракону, и хотелось бы еще вот эту пещерку орков изучить. Ё-моё. Вас тут до хера просто. Так, ну и с тобой, давай, дорогуш. Как раз он же называется у нас рудный тяжелый клинок орков, да? Вот вашим оружием вас и будем валить. Так, шаман у нас здесь. Ждет нас, не дождется никак. Так, короче говоря, опять надо выпить ядрень селедку. Блин, а что ж тут было-то в оригинальной игре? В первой готике, насколько я помню, тут кроме гоблинов никого не было. Но тут было до хрена этих созданий. Ты скотина, а? Вот когда они, блин, такие комбо-комбинации проводят, меня точно бесит. Блин, охренеть, сколько у вас еще повылезало-то, блин, гадов. Так, все. Так, еще вас осталось. Одного, да? Где же ты, где, блин, мое солнышко? Так, и как мы видим, тут еще один портал, да? Сколько ж вас тут есть-то, блин? Давай, нападай, ах ты падла, а. Все, отдыхай, сударь. Так, и на портале мы видим еще одну скрижальку, еще одну каменную табличку. Посмотрим, что она нам. Стрельба из арбалета, опять же. Ну, табличек силы, что я уже не вижу особо. Ладно, хотя бы и так сойдет, чушь теперь. Так.
Тут нигде я драконьего корня не вижу. Хотя вот здесь место тоже интересное, да? Какая-то речушка, но я спускаться сейчас не буду туда. А то еще кто его знает, вдруг не выплыву отсюда. Так, продолжаем исследовать. Что у нас здесь еще тут может быть? Блин, ну хотя бы один драконий корень хотя бы попался бы, чтобы я зелье силы себе сделал. Блин. Так, а здесь, как я вижу, вход завален. А раньше здесь была пещерка. Да, довольно-таки такая нехилая. О, зато целых 250 галды. Ну, галда лишней никогда не бывает. Все, все уж, обсмотрели все. Так, ну и все, теперь нам никто не будет мешать идти непосредственно к каменному дракону. А в борьбе с каменным драконом нам также помогут. Да, и у нас запасы, конечно, блин, хелсы становятся, да, довольно-таки все меньше и меньше. Пора делать нам с вами зелье. Ну, благо в замок, да, в который мы сейчас идем, там будет, по-моему, насколько я помню, алхимический стол. Так, идем далее. Дальше что ж, заборы. Так, что у вас дохрена, блин, тут, ребят? Отдыхайте. Четворки совсем хватку потеряли свою. Мочим вас на раз-два просто. Так, ну благо сейчас... Там ничего нет. Эликсиров поднакопим. Так. Еще парочка, да, вот все. К сожалению, здесь в болотный лагерь мы уже больше с вами не придем. Никогда. Он для нас закрыт. Такс. Угу. Не уж. И тут тоже нет драконьего корня, само собой, да? Печаль. Везде чистокол, туда не пройди, к сожалению. Да и там тоже пусто, на самом деле. Хотя там есть одна паскалка от разработчиков, где там такая надпись написана, что здесь ни хрена нету. Но туда можно пройти, только используя щиты. Так, огненные ящерицы, их мы пропустим. Хотя она тут одна. Блин, а у нас вроде резист к огню такой нормальный должен быть. Я рискну все-таки. Ай, да... Что наш герой ступил, блин. А, нет, я их зря боялся на самом деле. Потому что я помню страх к огненным ящерам, да? То, что... Я еще их просто с первой готики помню, как они... Меня даже будучи в полной фулсет брони, самый крутой, я будучи одетый, все равно они меня валили. Но, слава богу, сейчас такого тут нету. Резист к огню у нас в нашей броне очень хорош. Так, давай вас по одному выманивать будем. О, еще одна скрижалька, я вижу. Давай, 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 дорогуша. Ну же, ну же, ну же, я жду тебя. Отлично. Так, ну а сейчас займемся с тобой, моя дорогуша. Тут главное, самое главное, это быстрота. Все, шикарно. Там ничего нет. Ну опять спасибо, спасибо нашему мечику, конечно. Потому что он валит врагов наших на раз-два. Так, очередная каменная табличка, очередная скрижаль. Смотрим, что она нам дает. Блин, ну стрельба из лука, ну дайте уже мне скрижальку силы уже, а. Ну сколько можно терпеть? Хочу скрижальку силы. Так, тут как-то так можно обойти, да? Нет, тупичок. Эх, где ж у нас тут еще драконьи корни-то растут? Неужели все-таки в ночи ворона
в Минентале убрали драконьи корни, потому что я почему-то отчетливо помню, что, блин, они должны быть здесь. Но я их не могу найти. Так, ну они обычно либо на пне, либо где-нибудь в темноте растут. Как мы по баку знаем, да? Так, еще один ящер. Ну, ящер для нас уже не проблема. Кстати. Стопэ. Минутку. Я вижу внизу какого-то человека. Гестат, ни хрена себе, и Горн. Так, причем я смотрю, Гестат, он у нас в броню из панциря ползунов надел, да, у него бронька-то. Ну вы, блин, чуваки, даете. Я что-то вас мог и пропустить, блин. Давайте с вами поговорим, конечно же, так. Как дела? Это мужественный поступок, прийти сюда. А ты не заблудился часом? Нет. А что ты делаешь здесь? Скорее наоборот. Зарабатываю деньги. Здесь, где нет ничего? Я охотник. Специализируюсь на сложных случаях. Огненные ящеры, краулеры, драконьи, снайперы. Другие не охотятся на таких зверей. Это приносит неплохие деньги. Ну да, есть такое дело. У тебя хорошие доспехи. Да, такие нелегко найти. Один из панцирей краулеров. Парень по имени Вольф сделал для меня. Я был каторжником здесь, в колонии. Дал ему пару панцирей краулеров, и пару дней спустя доспехи были готовы. Блин, он этот только парень... и может, да, что доспехи делать из краулеров. А где сейчас Вольф? Я давно уже не видел его. Все, это мы знаем. Мы его отправили охранять ферму Бенгара. Что здесь интересного? Куча огненных ящеров, орков и еще не знаю чего. Наверх я не ходил. И тебе бы не советовал. Ну, не надо, не стоит. Ты умеешь потрошить драконов? Конечно. Почему нет? Да херня война, да? Научи меня. Почему нет? У меня есть... Рог драконьего снайпера, так, панцири... Не, это нам все не надо. На это мы свои драгоценные очки обучения тратить не будем. Так, а вот Горну мне кошелечек надо ему отдать. Потому что у меня его кошелечек есть. Не помню, где я его уже взял. Так вот, ты куда забился? Ты тоже не особенно похож на самоубийцу. Что-нибудь выяснил? Я все еще ожидаю. Мне кажется, там, наверху, в этих руинах на скале, может что-то быть. Ночью там виден свет и доносятся крики. Может, это Лестер? Может, это Лестер, который вернулся в свои старые руины на скале? Может. Но, насколько я знаю, Лестер больше не живет там. Дракон? Весьма вероятно. Плоскогорье, находящееся там, охраняется лучше, чем королевская сокровищница. А это единственный путь в крепость. Как будто одного дракона недостаточно. Но, похоже, они окружают себя свитой из монстров. Ну, как все порядочные хай-левельные монстры, наверное. А что это за монстры? Я не смог хорошо разглядеть их. Ящерки, да? Они ходят ящерки на двух ногах, и у них чешуйчатая кожа. Они обшаривают скалы, как снайперы, унюхавшие добычу. Я хорошо слышу здесь, внизу, как они сопят и фыркают там. Мне кажется, они заняли все плоскогорье там. Ну, посмотрим сейчас, посмотрим. Я понаблюдал с вами немного. Баррикады, которые они выстроили там, наверняка что-то скрывают. Я подозреваю, что за ней могут оказаться просто полчища орков. Ты хочешь сказать даже больше, чем их есть сейчас? Я не удивлюсь, если однажды вечером они разберут свой частокол и запрудят всю долину. Не нравится мне это все. Если это случится... Мне нужно будет вернуться и предупредить Ли. Он все равно хочет убраться с этого острова. Ты поможешь мне пробиться в эту крепость? Я даже не знаю. Боюсь, орки как назло начнут атаку, как только я... Я их уже всех убил, парень. Ничем не могу помочь.
Я никогда не прощу себе, если опоздаю, понимаешь? Но... Мы их уже всех убили, парень, успокойся. Зачем я вообще тогда здесь? Пошли на это плоскогорье и пробьем себе дорогу в крепость. Вот это по-нашему другой разговор. Кроме того, я хочу разглядеть поближе монстр. Да-да-да, вот поэтому вот пошли вдвоем сейчас и херачить. Я уже готов. Я уже, мать твою, готов, и как раз твой топор мне явно не помешает. О! Пошли в атаку. Как в старые времена, да? Конечно. Но я хочу, чтобы ты знал. Это мой бой. На этот раз я пойду первым. Ох, то есть он даже нас будет вести. Отлично, отлично, шикарно. Да, ну вдвоем нас вообще никто не остановит, а уж когда я дойду до... Нихера себе, да ты прям как призрак какой-то сквозь предмет проходишь. Шикарно. Ну вообще, мы просто как команда, а, это Dream Team, твою мать. Да, с горном мне не в пример, конечно, это легче проходить. Подлая тварь. Так, все, разобрались, разобрались. Отлично, еще один сейчас будет у нас. На перепутье. Так, это куда побег? Блин, а? Придется ядрень солетку херачить, хотя нет, отлично, его остановили в какой-то веке. Блин, да он... Ух, ё-моё, горн! Я думал, ты бессмертный. А тебя чуть не захерачили, блин, я ж с этим... Как я с этим жить-то буду, если б себя убили бы? Пошли, 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 давай. Извини, что профукал момент. Ух, ё-моё! Мне это даже нравится. Давай, 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 пей, 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 пей. Пей, блин, сейчас умрёшь. Это был детской забавой. Ну а теперь, дружище, с остальными ты справишься сам. Задай им жару. А я пойду назад и буду наблюдать за орками. Нет проблем. Еще увидимся. Я тоже надеюсь на это. К сожалению, я думал, ты меня сопроводишь полностью до дракона. Иди сюда, подлая тварь. Еще одним монстром меньше. Блин, ты... Ты забрал мой опыт, а? Суд скотина. Вот падла. Так. Ну, блин, давайте здесь уже... Я хочу драконий корень. Ни хера нету, да? Так, ладно, перед тем, как сейчас туда полезть, я еще поисследую кое-какое одно место. Сейчас мы немного назад зайдем. Помнится, здесь была пещерка, где я... нашел какой-то этот молот орков, с помощью которого я валил здесь големов. Ё-моё, их тут до хера просто. Так, да, давайте тогда, знаете, что сделаем? Где у нас голем, блин? Призыв голема не вижу. Пусть отвлекутся они на нас. Так, ладно, отлично. Да я, мать, что ты пятишься, сука, а? Так, живой, живой, отлично. Так, пополняем опять свое драгоценное здоровье. Эх,
Так, что у вас больно до хера здесь? Давайте агритесь уже на него, блин. Так, отлично. Мне кажется, здесь по-любому что-то должно быть. Просто обязано быть. Так, отлично, все. Помог нам наш големчик. Нам очень сильно. Так, что мы видим? Тут кожаный кошелек, зелье. Блин, ну это опять немного не то, что я хотел. Длинный меч. Еще одно зелье. Ну, потому что помню, здесь что-то явно было. Так, кольцо, да? Какое-то кольцо непонятное. Еще посмотрим, что это за кольцо. Еще один арбалет. Так, свиток света. Это все понятно. Еще один свиток. О, какой-то странный замок. Влево-вправо. Блин, да. Ну да, я ждал увидеть что-нибудь более презентабельное. Ну ладно. Так, меня волнует то, что, блин, запасы-то еще меньше становятся у нас. Хелсы. И я даже не знаю, у кого покупать, блин. Действительно, сейчас придется экономить. Ох, ё-моё, а! Эти хрёбаные ящеры. Понятно. Валим. Да ё-моё. Помогайте, твою мать. Так, вот по одному вас, блин, так отлавливать будет неплохо. Одни расстройства, реально. Так, да, блин, надо нам побыстрее до каменного дракона дойти. Вообще. Просто вообще. Так, кто тут у нас еще недобитый остался? Так, ну двоих мы завалили. Сколько еще осталось? Еще два, да? И еще ты. А, еще один. А, еще два, блин, а, гады. Ну ладно, с вас-то мы уничтожим без особых проблем. Во, и у нас левел-ап и... А, какой мерзкий звук. И таким макаром, что мы можем сделать? Мы сейчас можем еще раз прокачать плюс 5 силы. И таким образом мы даже без амулета Франко можем теперь с вот этим вот нашим... С вот этим вот нашим мечом орочим валить драконов, да? Но каменного мы сейчас все равно убьем, да? Так, а вот последующих уже тогда плюс 5 выучим и можем будем валить уже с помощью нашего мечика, да, с которым мы сейчас ходим. Так, смотрим, что здесь пусто, к сожалению. Так, наиболее тут вроде ничего нет. Ладно, идем наверх еще выше, еще дальше. Нам надо покончить уже с этим. А то мы как-то уже тут с вами уже слишком долго здесь находимся и все без результатов. Ну, благо, хорошо теперь... Ёп! Твою дивизию. Вот это нам ударили. Люлей, блин.
Напомню, тут намного легче теперь стало валить големов, да, по сравнению с первой частью, потому что в первой части там это была реальная боль и реальное унижение, блин. Очень они такие падлы были живучие. И просто так их было не убить. А, например, каменный голем убивался только с помощью молота орков, а огненный и ледяной, они, соответственно, с помощью фаербола или и ледяной стрелы убивались. Ты... Твою мать, а! Чё ты пятишься, блин, а? Вот сука, а! Блин, у меня уже все, у меня уже эликсиров нет ни хрена. Да уж. Уже на последнем издыхании прям. Кто еще тут? Гарпи гребаные, да? Ну-ну, иди сюда. Так, ладно, скоро я дойду до алхимического стола, и все будет нормально. Еще гарпии. Но гарпии здесь всегда были. Блин, все уже, последние эликсиры идут. Охереть, как я буду с драконом сражаться, блин, извините на милость. Ой-ой-ой, что-то нам надо делать. Видать, все-таки нам надо будет идти потом в Харинес опять и покупать уже в самом Хари... Да твою мать, блин, а! Уже какой-то хребаный ящер, блин, представляет угрозу. Что-то как-то и валятся они уже с трудом. Блин! Черт возьми! Да, скоро придется хлебушком, блин, пополнять здоровье свое. Давай, иди сюда. Да что ж такое-то? Что с таким трудом валитесь, я не пойму. Так, здесь у нас еще, у нас топор палача. 125 уже не нужен. Так, с чем мы тут видим? Лечебное растение, блин, это все не то. Это нам не надо, свиток. Вот был бы тут какой-нибудь свиток, не знаю. Какой-нибудь свиток с средних или легких ранений хотя бы. Такс. О, так, вижу эссенцию, отлично. Так, еще один свиток. Ой, блин, а. Не, против вас двоих я уже не справлюсь. По одному, пожалуйста. Блин, а, черт, твою мать. Ты, ну, блин, ну, спасибо, блин, большое, а. Так, еще нам предлагается делать. Ладно, обойдем их. А, вот он, отлично. Мы его с этой стороны завалили, да? Ну и он, ладно, вот так вот лучше будет. Значит, раздолбим вот так вот. Чё ж ты будешь... Все, отлично. Это что такое? Горный хрусталь, а? Я думал, какое-то оружие. Так, все, здесь мы первый этаж зачистили. Из этого не выйдет ничего хорошего. Так, теперь надо зачистить нам саму вот эту крепость.
Ледяной кварц. Так, две гарпии, не проблема. Да ну, тварь, а. Все, отлично. Фух, ну и наконец-таки мы дошли до алхимического стола. Сейчас хоть себе хотя бы снадобье еще сделаем. Благо, вроде как, ингредиенты у нас для этого есть. Так, конечно же, экстракт. Так, короче, сейчас еще их раз, еще раз, еще много-много раз. Я пока что этот момент пропущу, и вернемся тогда, когда я сделаю достаточно зелий.